А перед просмотром этого ролика хотел бы рассказать вам о одном парне, который занимается шапками, аватарками, превьюшками. В общем, всем, что связано с программой Photoshop. Кстати, шапка, которую вы сейчас можете видеть на моем канале, тоже была сделана им. И лично меня качество работы очень порадовало. В общем, все быстро, качественно и доступно. Ссылочка находится в описании. Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет обзор на такие вот суши от фирмы Fresh Secret. Точнее, это у нас роллы с лососем. В общем-то, после того обзора Япоши мне что-то захотелось вдруг покушать каких-нибудь роллов, суши. Но мне на самом деле было так лень ехать, и я вот, в общем-то, пошел в Ашан. Я знал, что там продаются такие вот всякие коробочки с суши. К сожалению, это был уже конец дня, и оказались там только такие. То есть сейчас уже, на самом деле, вечер, и ничего там уже, считай, не завозят свеженького. В общем, стоят Япоши они, если не ошибаюсь, хотя фиг знает, я не помню, на скидку рублей, наверное, 150-130, может, они стоят. Эти стоят примерно столько же, там, рублей, наверное, 120, где-то так. Что у нас тут, давайте посмотрим. Скроем их, у нас написано лосось сет. Ну, тут просто 9 таких вот суш роллов с лососем. Так, сейчас я открою. Итак, что, в общем-то, тут у нас присутствует? Блин, упаковка это на самом деле. Не люблю такие вот упаковки сдирать. Итак, тут у нас есть такие вот палочки немножко поменьше, которые чем обычные, оригинальные как бы, чем Япош там дают во всяких ресторанах. Также вот так вот чуть-чуть, на самом деле, очень мало имбиря, васаби. Вот так вот васаби у нас здесь сделан. И соевый соус. Так, в принципе, соевый соус куда? Вот сюда его, что ли, налить? Блин, наверное, сейчас, ребята, я принесу, наверное, эту плошечку для соевого соуса и вернусь. Итак, давайте перельем, в общем-то, наш соевый соус прямо-таки сюда. Сейчас я, наверное, все-таки аккуратненько отрежу уголочек, чтобы было как-то поаккуратнее. Так, 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 так. Все, наливаем. Не знаю, сейчас будет вкусный соевый соус, нет. В принципе, на вид, на запах, в принципе, ничего такой. Итак, в общем, давайте попробуем наши суши. Наконец-таки, вот такие вот, да, две маленькие палочки. Смотрите, они как бы вот тут уже такие вот надрезики, их не надо отрывать. И давайте посмотрим мы сами суши. Вот таких вот 9 у нас тут аккуратненьких роллов. В Япоши они на самом деле подлиннее, но тут, пожалуй, чуть потолще. Мне кажется, по весу примерно одинаково будет. Ну, в общем, давайте я макну наши роллы, в общем-то, в соевый соус. И, в общем-то, давайте я буду пробовать. Ну, что сказать, довольно-таки хорошие суши, то есть, как бы... довольно-таки профессионально, мне кажется, они сделаны были. Вкусные, в принципе. Давайте сейчас еще имбиря чуть-чуть попробуем. Может быть, тоже что-нибудь найду, какие-нибудь минусы. Если честно, имбирь горький. То есть в Япоши он сладкий, во всех вот нормальный, считаю, имбирь, он должен быть сладким. А это прям горчит, как бы. То есть я бы его не ел. Но васаби я не буду уже пробовать доставать. В общем, вот такой был обзорчик. На этом я, пожалуй, его закончу. И, в общем-то, с вами прощаюсь. На этом все. Всем удачи. Всем пока.